День молодежи гордо занимает место среди международно признаваемых праздников. Это легко объяснить. Именно молодые люди, яркие и энергичные, определяют перспективы славной истории страны. В городе Видное организацию праздника районная администрация доверила молодежному совету при главе Ленинского района. Мы были в лагере молодежного актива, и там мы защищали проект Дня молодежи. И потом приехали, когда в город обратно, мы упаковали его и начали работать над ним. Представители молодежного совета в преддверии праздника встретились на площадках, где будут проходить мероприятия для обсуждения деталей и составления сметы. День молодежи в Видном пройдет 2 июля и будет посвящен году кино. У «Искры» можно будет поступить в институт кинематографии, в деканате получить зачетку и сдать экзамены по некоторым дисциплинам, например, таким как вокал, сценическая речь, танцы. У некоторых счастливчиков даже появится возможность сняться в фильме. На этой же площадке состоится конкурс, где каждый желающий сможет написать сценарий своей жизни. А у стадиона «Металлург» пройдет мероприятие «Кино сквозь века». Декорация и атмосфера здесь будет соответствовать историческим фильмам. И еще одна площадка со сказочной программой для детей расположится в Тимоховском парке. Каждый желающий в этот день сможет почувствовать себя героем известного кинофильма, любимого мультфильма и узнать все тонкости работы с другой стороны экрана. Кроме того, с 11:00 до 19:00 на большом экране на сцене у кинотеатра «Искра» будут показывать культовые советские фильмы. А с 19 до 23 просмотр киношедевров перенесется в Расторгуевский парк на летнюю сцену. Что ж, праздник ожидается интересным.